Работаем! Работаем! Тренировка окончена! Что это за штрих к Семёнычу пришел? Еще и пялится на нас. Да пускай смотрит. Может, он талант ищет. А что нас искать-то? Никак, за вторым Соколовым приехали. Может, и за вторым. А я смотрю, за 10 лет здесь мало что изменилось. Ну, главное, ребята стараются, но условия... Стараться мало, играть надо. Вон, нападающий у нас неплохой. Ты мне всех показывай, а я решу, кто плохой, а кто неплохой. Все, доигрался. Москву тебе забирает. Если. Нечего тебе здесь кроссовки протирать. Талант гробить. Забираем тебя в столицу. Спортивная академия у нас там. Возможности. Ну ты чего приуныл-то? Такой шанс раз в жизни бывает. Я не понял, ты что, не хочешь? Нет-нет, что вы, конечно, я хочу. Завтра жду тебя с подписанным контрактом. Чего сидишь? Домой беги! Мам, пап, представляете? Да-да, мы уже знаем. Что не так? Ну да, давай, бросай, мать, уезжай в свою Москву. Опять ты за старая. Прекрати на парня давить. Ну почему? Он уже взрослый. Почему? Может, хоть я... в сборной нормальный человек я... будет я играть. Я пацана вообще сутками не вижу и так. То есть ты считаешь такую легкость его отсутствия? Сынок, не слушай маму, я горжусь тобой. Я тоже им горжусь. Что, я буду уезжать? Да. Я Давай всех вот так вот раскидаем налево-направо. Надо все-таки принимать решение вместе. Или вы уже без меня все решили? Надо взвесить все за и против. Извините меня, он мне помощник. Как я без него буду? Конечно. Я бы свою команду не бросил. Да тебя бы никто и не позвал. Да ладно. Я играю не хуже. Не хуже? А тебя моя младшая сестра ведет. О, звезда пришла. Большого футбола. Ну что, мастер-класс нам покажешь? Или мы тебе уже не ровня? Да ладно, пацаны, это уже перебор. Пошли. А ты, лучший друг называется. Даже мне ничего не рассказал. Да вы просто завидуете. Весной окутан и объят город мой. И ветры весело шумят над рекой, над Москвой. Давай на баянчике ставь.
Знаешь, сынок, наверное, мама все-таки права. Не стоит тебе туда ехать. Что значит мама права? А я наоборот скажу, что стоит ехать. Однозначно стоит ехать. Так ты меня вчера убедила, что ему не стоит. Ну, мало ли, что я вчера убеждала. Слушай, ну нет, твои сомнения вообще фиолетово. Сам вчера говорил. Да, я считаю, это его мечта. Мы не должны упустить этот шанс. О, да я с удовольствием. Так, уже подписывай. Такой шанс мы не должны упустить. Ну все, подписал. Сегодня прекрасный, замечательный солнечный день. И у нас есть для вас... А в Севастополе модно опаздывать? Но сейчас, сейчас он будет. Конечно, техника главная. Ну и дисциплина не на последнем месте. Ну пацаны же еще. Дайте парнишке шанс. У вас все. Еще да еще. Куда ни плюнь, то ямы, то бездельники. Не город, а бардак какой-то. А у нас город люди делают, севастопольцы, я Ого! А для президента футбольной академии вы неплохо владеете мячом. Я в свое время, знаешь, как гонял? Это ж мечта моего детства была.